здравствуйте. И позвольте разжечь организованной группой лиц по предварительному сговору. Политвестник ТВ совместно с Ари ТВ продолжает реализацию проекта «Итоги Политвестника». В нашей ежемесячной программе мы подводим итоги уходящего месяца. Позади август, полный тревог, ожиданий и событий, природу которых мы сегодня попытаемся понять. Смотрите в нашей программе. Горячий август. Дальний Восток затопило. Прихоперье кошмарят спецслужбы. Уфа протестует. А ученые в Москве не хотят коммерческих реформ. Мэрские выборы. Власть выпиливает двери и срывает баннеры. А Навальный собирает сторонников. Дело 6 мая. На месте подсудимых мог оказаться каждый протестующий. Почему на суд ходят единицы? Поскольку наша программа идет в прямом эфире, то в течение нашей программы вы сможете связаться с нашей студией по скайпу ari.tv. А я представляю вам гостей нашей сегодняшней студии. Сегодня у нас в гостях известный политолог Андрей Пиантковский. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Добрый вечер, Саша. И чуть позже к нам присоединится общественный защитник по так называемому болотному делу, известный журналист Дмитрий Барко. Так сложилось, что именно с августом месяцем связывают исторические потрясения в России. Это признанный месяц катастроф и неприятностей, и неурядиц. И люди, как правило, ничего хорошего от этого месяца и не ждут. Август 2013 года подтвердил свою дурную репутацию, хотя и не в полной мере. Тем не менее, событий выдалось очень много. Они накалили общественную атмосферу. И об этом наш сегодняшний первый сюжет. В России август – месяц катастроф. Масштабное наводнение случилось в Преамурье. Затоплена территория около 4 миллионов квадратных километров. Для ликвидации последствий одного из крупнейших наводнений на Дальнем Востоке потребуется около 30 миллиардов рублей. В Амурской области пострадало около 3500 человек. В Хабаровском крае около 1000. Всего пострадавших на Дальнем Востоке около 10 тысяч. Настоящий кошмар ожидает население после того, как похолодает. А холода придут сюда очень скоро. Всепобеждающий Путин побывал в Хабаровске и в Благовещенске. Произнес пошлость, слегка ее смягчив. «Нас бьют, а мы крепчаем». Поцеловал ребенка и улетел. Путин не Карлсон, вернуться не обещал. По крайней мере, до очередного бедствия. Зато в Прихоперье ВВП больше не наведывался. Здесь шуруют спецслужбы, выявляя тех, кто бунтовал 22 июня 2013-го в знак протеста против строительства никелевого комбината имени олигарха Махмудова. Гражданам ломятся в дома, проводят опросы и обыски, заставляя подписывать расписки о дальнейшем неучастии в несанкционированных акциях. Угрозы и шантаж – обычная практика обанкротившейся власти, осознавшей приближающийся конец своему безоблачному существованию. В Уфе тоже неспокойно. Рядом со столицей Башкирии вот уже почти месяц функционирует лагерь протестующих против строительства деревообрабатывающего завода «Кроношпан». Митинги и автопробеги – естественные формы давления на чиновников, привыкших принимать решения, обособленные от интересов граждан. Последние же решили идти до конца, наращивая протест. Москва, как столица протеста, отметилась в августе митингом молодых ученых, недовольных грядущей реформой Российской академии наук. Студенты, аспиранты и преподаватели убеждены в том, что коммерциализация образования и науки приведет к окончательной дебилизации населения, которое и так не блещет интеллектом. Если, конечно, задаться целью превратить народ в послушное стадо, то разрушение науки – самый верный путь к достижению статуса Северной Гвинеи.
Бананы здесь расти не будут, зато экстатическое слияние с властью гарантировано. Правда, с внезапным смертельным исходом. Никто никого не вылечит, но отпоют профессионально. У нас отнимают здание, все, потому что мы занимаем слишком много площади. А этим бандитам... О, здравствуйте! А этим бандитам, значит, надо что-то строить. Ведь продали нашу гостиницу на Октябрьской. Продали. Дальше дом аспирантов у нас. Продали вьетнамцам или черт его знает кому. Все продают. Ну что-то еще осталось. А как противостоять этой агрессии? А простоять агрессию сообща раз, а во-вторых, вот я живу в академическом доме, вот мы живем, так? Но когда организовали наш академический дом Нововилова, была очень умная Роза Соломоновна Клишторина, которая так организовалась, что там, где наши дома, это земля наша собственность. И у нас собственное бомбоубежище. Нас тронуть нельзя, но это Нововилова. А здесь вот, поэтому я и пришел протестовать. Вот пришла моя соседка. С 9-го этажа. Как вы считаете, удастся вообще победить чиновников, их алчность? Алчных чиновников победить нельзя. Но надо действовать так, как действуют китайцы. Я же все-таки наполовину китайцы, я же почетный академик всяких китайских наук. Вот, допустим, сейчас пришел новый президент. Уже 11 мэров посадили, расстреляли. Надо расстреливать. Других механизмов для с ними борьбы нет. Вот был мэр Шанхая, его расстреляли. А где у нас Лужков? Вот так. Воруют, и ни хрена им не получается. Даже этот Пехтин, специалист по этике. Расстрелять Пехтина надо. А что, можно и расстрелять, я не против. Скажут, что негуманно. Знаете, скажут, негуманно, недемократично скажут. А нас с вами уничтожать это гуманно. А то, что я, допустим, я фронтовик и т.д. и т.п., я вынужден работать, я же на пенсию не проживу. Хотя я доктор наук и т.д. и т.п. Я вынужден работать. А все мои сверстники, даже в Китае, не говорю других, все могут жить на пенсию. Ну ладно, что плакаться, будем бороться. Андрей Андреевич, только что вы посмотрели сюжет. Как прокомментируете слова академика Российской академии естественных наук Переломова, что расстреливать надо? Вы знаете, я принципиальный противник смертной казни, просто генетически. Мой дед Андрей Антонович Пиантковский, профессор Казанского императорского университета, боролся со смертной казнью в царской России. Отец Пианковский Андрей Андреевич, член-корреспондент Академии наук, он выступал против смертной казни в Советском Союзе. Так что тут моя позиция очень твердая. Но что преступники должны быть привлечены к ответственности, это бесспорно. Понятно. Ну и теперь, прежде чем обсуждать то, что мы сейчас только что посмотрели, давайте все-таки обратимся к событиям всемирного, мирового масштаба. Ситуация вокруг Сирии все обостряется и обостряется. К чему готовится? К войне готовится? Нет, Обама готовится к такому демонстративному легкому шлепку Асада, чтобы, ну, по простому принципу, что он должен за базар ответить. Год назад, и он сейчас об этом, видимо, сожалеет, он сказал, что применение химического оружия в Сирии режимом Асада – это красная черта, после которой международное сообщество должно принять какие-то меры. Асад применил, и не в первый раз, просто о том, что произошло 21 августа, более широко известно, что там погибли сотни людей. Вот. Но несмотря на все наши стенания там, о кровавом американском империализме, на самом деле Обама делает все, чтобы не быть вовлеченным в эту ситуацию в Сирии. Во-первых, Америка, по-моему, совершила все возможные ошибки. Они породили ложные надежды у людей, которые восстали против Асада. А это, кстати, большинство населения. Начнем с того, что Сирией правит религиозная секта алавитов. Это такое направление в шиитской ветви ислама. Это 10% населения.
60% это сунниты. И, собственно, практически все суннитское население восстало вот с началом... Нет, сначала это были мирные митинги, протест. Они расстреливались, людей хватали, пытали. Но это было как раз, когда начиналась арабская весна. Постепенно это переросло в вооруженное восстание против Асада. Вот если бы тогда международное сообщество, включая всех постоянных членов Совета Безопасности, Россию, Соединенные Штаты, оказала помощь этим людям. Вначале в руководстве стояли люди светские, такой проевропейской ориентации. Помощь, прежде всего, уже оружием, потому что их просто уничтожали. В чем еще власть этой секты? Потому что вся армия и спецслужбы укомплектованы именно людьми, именно лавитами, принадлежащими к этой группе. Поэтому просто абсолютно... Кстати, Владимир Владимирович Путин об этом на днях говорил, когда он высказывался по Сирии, что у них же нет ни тяжелого оружия, ни авиации, их просто уничтожают. Вот тогда это... И просто заставить Асада уйти. Но мы, как всегда, мы всегда встаем за любого диктатора, тем более в Кремле царили такие исторические представления, что арабская весна — это все организовано Западом и организовано против России, что сначала Каддафи, потом Асад, а потом уже самое страшное — и Владимир Владимирович. Поэтому это было сорвано. И как всегда происходит в революциях, когда репрессии продолжаются, но уже во главе становятся радикалы, экстремисты, суннитских группировок сколько угодно. Они из та же Аль-Каида, они из солидарности, эти люди пришли туда. И сейчас ситуация, в которой очень трудно предложить какой-то выход из нее. Действовать надо было 2 года назад. А Обама просто мечется. Вчера он отказался от своего решения даже проводить это демонстративное наказание Асада. И возложил ответственность на Конгресс, что, между прочим, означает, что все это будет продолжать обсуждаться еще 2-3 недели, за которые Асаду дается возможность все арсеналы химического оружия и другие военные объекты рассредоточить по всей стране. В результате международное сообщество в целом, и Америка, и Россия по-разному, но дают Асаду один и тот же сигнал, что он может совершать свои преступления, что может он спокойно уничтожать большинство населения Сирии. То есть абсолютно патовая ситуация получается? Она не патовая, она выигрышная для Асада в тактическом плане. Он, конечно, добьет военную оппозицию, но все равно он не может быть стабильной ситуацией в стране, где секта, которая принадлежит 10% населения, самыми зверскими методами уничтожает и собирается продолжать править 60%. Спасибо за этот комментарий. На Дальнем Востоке очень сложная ситуация. Вы сейчас видели там вот картинку. Я разговаривал с местными жителями буквально день назад. Они жалуются на продуктовую панику в регионе. И в один голос говорят о том, что они очень боятся скорого наступления холодов, что дома не успеют просохнуть, обледенеют трубы, полопаются, и люди просто замерзнут. Как вы считаете, способна ли наша власть сегодняшняя как-то адекватно реагировать и предотвратить этот ужас? Нет, не способна. Я вам скажу, почему. Потому что сегодня утром я видел другую картинку из Дальнего Востока, как наш национальный гений кормил рыбками не то моржей, не то нерпов в океанариуме. Ласты потом, жал. Потом сказать, бегал с какими-то тигрятками. А перед этим мы видели, как он из Сочи, там, как Цезарь, наблюдая бои гладиаторов, звонил по телефону и руководил тоже борьбой с наводнением еще месяц назад. Это вообще за пределами добра и зла. Есть такой термин «нравственный идиотизм». Ну вот Владимир Владимирович, он сколько раз уже этот диагноз подтверждает, и то, что творится сейчас во время его пиара при поездке на Дальний Восток, ну, не знаю, его
все эти пресс-службы, но о нем уже говорить нечего. Это больной, больной человек. О чем они думают его пресс-службы, показывая вот эти действия? Mm-hmm. Помните, как ему мальчик кричал «плотина, плотина, плотина», да, а потом он с отвращением стирал следы слюны от его поцелуя? Нет, такая власть не способна вообще думать о своих гражданах. Или... А что же людям делать-то, Андрей Андреевич, тогда получается? Там, на месте, ведь они же там живут. Ну, вот им дали нового начальника. Вот, они жаловались, наверное, на господина Ишаева. Им дали господина Трутнева. Там очень сложная ситуация. Знаете еще почему? Ну, вот по двум таким базовым причинам. Ну, да, вот сегодня тоже мы слышали, что и канализация не сработала, кроме этого наводнения, потоков Амура, еще грунтовые воды пошли. Там разрушена инфраструктура, ну, как во всей стране за последние 20 лет. А кроме того, там же идет депопуляция. Если, особенно в на Дальнем Востоке, там, я просто, к сожалению, не помню сейчас точных цифр, но это что-то масштаба 10-15% населения, там просто, вот, грубо говоря, людей уже не хватает для того, чтобы решать какие-то масштабные, вот такие масштабные задачи. Ну вот в Прихоперье тоже в связи с протестом против строительства вот этого никелевого комбината, владельцем которого является Махмудов, эта обстановка упорно замалчивается российскими СМИ. Замалчивается, как замалчивалась обстановка из того, что в Березняках проваливается территория хищнической эксплуатации господином Керимовым. Я вообще не могу понять, от чего этот симпатичный восточный горец вдруг, каким образом он мог оказаться владельцем, нет, Анжи, я понимаю, как он оказался, а владельцем всего российского калия, да еще и белорусский собрался прибрать. Похоже, что только один батька Лукашенко оказывается способным как-то окорачивать наших олигархов. Знаете, вот в Прихоперье, когда мы были, снимали там репортаж, как раз 22 июня мы там были, мне рассказывали местные жители, что, оказывается, еще вот в начале 60-х годов к премьер-министру Косыгину тогда, Алексею, ему положили на стол проект о добыче никеля там, на Черноземье. И он сказал, любой, кто мне еще раз принесет подобный проект, будет считаться лично мной врагом народа. Нельзя нам терять Прихоперье, нам нельзя терять Черноземье. Смотрите, вот я тут поговорил с человеком, я прям записал его слова. В сентябре будет суд над тремя участниками событий 22 июня, когда были сожжены буровые установки. Фамилии этих людей Хвостов, Карапетян и третьего еще зовут Дмитрий. Всех их обвиняют по статье 318, часть 1, применение насилия в отношении представителей власти. Обыски проходят в Воронеже, Новочеркасске, Борисоглебске. Эти обыски проводит Воронежский центр по борьбе с экстремизмом. С людей берут расписки, запугивают, изымают жесткие диски из компьютеров. Но мы будем отстаивать свою землю всеми законными способами. Насколько адекватны действия властей в этой истории? Ну, а я вас прошу, встречный вопрос, а кто у нас сегодня Косыгином работает? Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич Медведев, да. Кстати, это не секрет, что и господа Махмудовы, и Керимов, они как бы связаны с близким окружением Медведева. Кстати, Александр Григорьевич Лукашенко приглашал на эту историческую встречу у себя по калию и господина Дворковича, и господина Керимова, и господина Волошина. Ну вот, никель не добывается, к сожалению, в Белоруссии, поэтому Махмудовых не понимаю. Ну что, ну власть обслуживает интересы, собственно, самой себя, потому что что такое олигархия? Олигарх это не просто богатый человек, вот Гейтс богатый человек, никто не называет его олигарх, это олигархия это слияние, это бинарное отношение, слияние деньги и власти, когда один и тот же человек, одна и та же группа лиц, которая руководит страной. Вот был прекрасный доклад известного кремлевского политолога Минченко, он даже не подозревает, насколько он саморазоблачительный, путинское политбюро или правительство 2.0.
Вот там список 65 членов путинского политбюро. Вот там есть и Путин, и Медведев, и Керимов, и Сечин, и Ротенберг, и все. Это одна и та же группа людей. Вот классическая политэкономическая триада «товар, деньги, товар», она заменена у нас триадой «власть, деньги, власть». У нас звонок в студию. Здравствуйте. Назовитесь, пожалуйста, откуда вы и задавайте ваш вопрос. Вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Чувилин. Я из Уфы. Здравствуйте, Дмитрий. Мы вас слушаем. Руковожу тут движение «Левый фронт», соответственно. И что бы хотел сказать сегодня, может быть, говорили уже про Кроношпан, про это строительство завода грязного с точки зрения протестующих, ну и с моей точки зрения также. А у вас там лагерь до сих пор функционирует? Мы показывали как раз сейчас только что. Да, сегодня был лагерь, все функционирует, круглыми сутками идет дежурство. И как власть реагирует на ваш протест? В принципе, я могу сказать, что никак. Единственное, что за последнее время добились жители лагеря и всей протестной группы, это приостановки строительства, которые Госстройнадзор наложил, соответственно. И в принципе, вот и вся реакция. Что ваши дальнейшие действия какие будут? Ну, я думаю, лагерь в принципе продолжит свое функционирование. Это раз. Ну а если плюют, смотрите, скоро холода, зима скоро начнется. Прямо там в лагере, в палатках будете мерзнуть? Так там вовсю у нас уже идет у ребят стройка, да. Самое интересное, что вагончики устанавливаются, утепляется это все. То есть все готовится, все нормально. Спасибо вам большое за информацию, огромное спасибо. Вы там держитесь и держите нас в курсе происходящего. Вот смотрите, Андрей Андреевич. Это такой уфимский Майдан. Регионы, знаете, просыпаются. Да. А вы знаете, вот есть такой известный социолог, который я все время рекламирую невольно, потому что я на него ссылаюсь, у него прекрасные работы. Это почти правительственный человек. Михаил Дмитриев, он и работал в правительстве, и сейчас он член комитета гражданских инициатив, структуры такой Кудринско-Прохоровской. Но его доклады, которые он делает, они замечательные. Вот последний был в марте, и он пришел к выводам, которые были для него неожиданны. Ведь какая, в общем, такая стандартная была картина? Вот есть такая продвинутая креативная Москва, которая протестует против всяких безобразий власти. Есть какой-то условный за пределами Садового кольца отсталый Уралвагонзавод, которым манипулирует Путин, и которым грозится в случае чего вот сюда вывести с касками и разогнать всех этих хомячков. Так вот он пришел к выводу, они проводили очень серьезные исследования, используя технологии фокус-групп. Я вот считаю, что вообще так называемые опросы общественного мнения, они вообще ни о чем не говорят, но это другая тема. А серьезное социологическое исследование – это вот работа с фокус-группами. И он пришел к неожиданному выводу, что протестные настроения в регионах сейчас значительно выше, чем в Москве. Объяснить это можно, наверное, в том числе, может быть, и прежде всего тем, что они имеют другую природу, что это уже протест не такой политизированно-интеллигентский, а социальный протест. Вот московские комички могут, скажем, устав от своего, от безнадежности, бесплодности своего протеста, разойтись в свои там телевизионные студии, научные институты, Жан-Жаки, как-то и в Пушкин, и немножко отойти от протестного движения. А в регионах людей накрывают, как наводнение на Дальнем Востоке, вот именно те самые проблемы, о которых вы говорили в начале. И поэтому
этот протест будет только нарастать. И, кстати, если вы дадите мне еще минуту... Конечно, конечно. Это очень важное событие, оно произошло сегодня утром. Сегодня утром Владимир Владимирович Путин сделал очень важное заявление. Он сказал, что мы будем вынуждены отказаться от наращивания социальных обязательств и так далее. Для него это переломать себя. Еще месяц назад, вы помните, он устраивал истерику с министрами, заставлял их там, как школьников, вот к 1 сентября, представьте мне, отчеты, что сделали по моим историческим указам, основанным там на его предвыборных статьях и обещаниях. Видимо, ему за этот месяц объяснили, что все, ничего этого не будет. Присела экономика, как он сказал. Нет, он сказал, глобальная экономика припала. Не наша экономика присела. Нет, он тонко выбирает слова. Припала, видите ли, глобальная экономика, а поэтому у нас временные трудности. Это вообще чудовищное искажение действительности. Ну, для нашей великой энергетической державы, она же сырьевой придаток, это уж кому как удобнее называть одно и то же явление, глобальная экономика, которая припала или не припала, она существует только одним показателем – цена, количество долларов за баррель. Это единственный вход из глобальной экономики. А что там другое в ней творится? Мы что, собираемся конкурировать там на рынке высокотехнологичных продуктов или так далее? Так с этим все хорошо. Вот 115 – последние цифры, и будет еще. Благодаря нашей и Божьей помощи на Ближнем Востоке напряжение только будет расти, и с ценой на нефть на ближайшее время, во всяком случае, за истекший год все нормально. Наша экономика не двигается, потому что ее нету, потому что нет фундаментального института рыночной экономики и частной собственности. Когда собственность зависит от административного ресурса, ее в любой момент могут отобрать, то никто не будет вкладывать какие-то долгосрочные проекты в инновации и так далее. Происходит обратное явление, громадный вывоз капитала и вывоз людей, уход людей, обладающих этим капиталом. То есть Владимир Владимирович уже понял, что ничего хорошего не будет, пока не до конца осознал, по какой причине. Но это очень показательное признание. Он так горячо держался за свои указы. Еще был один сюжет в нашем дайджесте сегодняшнем. «Наука – ничто, деньги – все». Это грядущая реформа Российской Академии Наук. У меня к вам, знаете, какой вопрос? Вы все-таки человек, как близкий к научному сообществу, вы знаете очень многих ученых, вы сами ученые. Да нет, я работаю в Академии Наук. Вот, видите? То есть меня это коснется самого. Да. А почему ученые, научное сообщество молчало до сих пор? И, собственно, с их молчания это все происходило. И теперь, наконец-то, они возвысили голос, потому что до них дошло, за них взялись. Ну, вы знаете, это же, помните знаменитую фразу одного немецкого пастора? Сначала они пришли за коммунистами, я не за коммунист, потом они пришли за евреями, я не еврей, потом они пришли за гомосексуалистами. Вот у нас, кстати, за гомосексуалистами уже пришли, а теперь пришли за учеными, да. Прошедший август в Москве был накален до предела в связи со скорыми выборами мэра Москвы. Выборы опять похожи на какую-то глобальную спецоперацию по спасению провластного кандидата. О том, как проходит предвыборная кампания в столице, наш следующий сюжет. Предвыборная мэрская кампания в Москве превратилась в настоящий театр военных действий с выпиливанием дверей, срыванием баннеров и волнами взаимных обвинений.
Главный оппонент в Рио мэра Собянина Алексей Навальный не щадит своего противника. Тот отвечает взаимностью, напрягая весь административный ресурс. Провокаторы повсюду. Они даже готовы жертвовать жизнью, лишь бы отключить электричество на встрече Навального с избирателями в Сокольниках. ОМОН прикрывает, наступает, хватает и не пущает, вплоть до задержания самого кандидата. Дорогой, ну пусть меня куда вы лезете? Ребенок, ребят, вперед! Не трогайте! Не трогайте! Ребенка не трогайте! Не трогайте! Позорники! Бандиты! Вы покрываете бандитов! Скажите, пожалуйста, Политвестник ТВ, за что вы только что задержали Алексея Навального? Вы всем этим делом командовали. Я лично видел сейчас, что его увезли в автозаке. За что вы его задержали? На каком основании вы кандидата в мэры задержали? Это абсолютно незаконное задержание. Как вас зовут? Ваше имя, фамилия, отчество? Я начальник полиции, полковник Занин Сергей Иванович. Полковник Занин Сергей Иванович. Занин Сергей Иванович. Понятно. Все, спасибо большое. Выборы мэра пройдут 8 сентября, но уже сейчас в регионах обострились силовики, предупреждающие активистов о нежелательности их поездки в столицу для участия в акциях, посвященных результатам выборов. В противном случае обещают неприятности. В сети распространена информация о том, что ко дню голосования 8 сентября в Москву приедет более 50 тысяч сотрудников ОМОНа и спецназа для жесткого отпора тем, кто останется недоволен официальными результатами голосования. История 6 мая 2012-го грозит повториться 9 сентября. Напоминаю вам, что вы смотрите программу «Итоги Политвестника», в которой мы подводим политические итоги прошедшего августа 2013 года. Наша программа в прямом эфире, как я уже сказал, и вы можете связаться с нашей студией по скайпу ari.tv. У меня вопрос к Андрею Андреевичу Пиантковскому, моему сегодняшнему собеседнику. Как вы считаете, выборы мэра в Москве будут честными? Навального-то все-таки допустили к предвыборной гонке? Ну, на этот вопрос ответили, отвечают в различных опросах, ну, например, читатели и слушатели «Эхо». 80% принявших участие утверждают, и я согласен с ними, что это, конечно, бесчестные, фальшивые выборы, спецоперация. Но потому что выборы — это не только допуск или недопуск Навального, это допуск из других и других кандидатов, ну, те же Удальцов и Прохоров, у которых есть своя аудитория, как бы разные люди к ним не относились, не были допущены. Фетисов, член-корреспондент Академии наук, известный эколог. Ну а кроме допуска существуют нормы освещения избирательной кампании средствами массовой информации. Непрерывно не вылезает Собянин с экранов федеральных каналов и так далее. Это, как всегда, это спецоперация режима, но на этот раз особо изощренная. Особо изощренная. Ну, сначала мы увидели в самые первые дни, что Собянин явно хочет, и в этом, видимо, был и смысл досрочных выборов, позиционировать себя как честно избранный мэр. Он хочет легитимности. Да. Ну, и, ну, понимаете, что значит, если он честный, а, наверное, кто-то нечестный. Значит, косвенно это означает, что выборы, признание, что и парламентские, и президентские выборы были нечестными. И, собственно, вот эта концепция, она получила развитие. Мы теперь знаем, что это не просто какая-то дерзкая выходка Собянина, который хочет стать самым легитимным
политикам в стране и тем самым позиционировать себя, может быть, уже в постпутинской России. А вот среди тех событий августа, вы не упомянули, я бы к ним добавил довольно важным событием, это тайная вечеря господина Володина с политологами 23 августа. Мы помним, в декабре 2001 была знаменитая вечеря Суркова, так сказать. Суркова теперь отставили. Вы знаете, я вам скажу, это был такой мини-доклад Никиты Сергеевича Хрущева на 20-м съезде партии. Господин Володин очень громко призывал к конкурентности, транспарентности, легитимности, к тому, чтобы пора перестать управлять хаосом в ручном режиме. Опять же, имплицитно это все означало, что до выступления Хрущева-Володина не было ни транспарентности, ни конкурентности, ни легитимности. Я даже вам скажу больше. Это даже не мини-доклад Хрущева на 20-м съезде, а это мини-доклад Хрущева на 19-м съезде. На 20-м это ведь с товарищем Сталиным упакованным в мавзолее, а на 19-м с товарищем Сталиным, сидящим в президиуме, попыхивающим трубкой. Так наш товарищ Сталин-то не в мавзолее. Он вот с тигрятами и моржами на Дальнем Востоке. И как вот такое может быть, и как это все объяснить? Володин понимал этот немой вопрос аудитории и сказал, что все это делается с повеления самого Владимира Владимировича Путина. Но вопросы, конечно, остаются. Явно, что власть хочет расширить вот эту свою имитационную механику, втянуть в свои игры гораздо большее количество людей, людей популярных, за которым идет несистемная позиция, ну, в частности, Навального. Не зря же его и выпускают из тюрьмы, а в то же время другая группа его хочет посадить в тюрьму. То есть впервые мы видим такой достаточно серьезный вот тот раскол элит, о необходимости которого вот ваш покорный слуга все время говорил. Всегда говорил, что мирная криминальная революция – это всегда результат двух процессов – подъема протестного движения и раскола, раскола элит. Поэтому, несмотря на то, что это такая операция режима, в ней надо участвовать, потому что впервые появилась возможность усилить этот оба процесса. А как вы считаете, в этот сценарий спецоперации входит второй тур, возможность второго тура? Для них не входит, а вот для гражданского общества хорошо бы перехватить. Вот как, собственно, проходили так называемые оранжевые революции. Вот когда я же все время... Это старая дискуссия в оппозиционном движении. Я все время выступал против участия в таких фальшивых выборах. А мне говорили, а как же вот в Сербии, Грузии, Украине? Как раз в результате выборов прошли оранжевые революции. На что я отвечаю, и сейчас хочу это подчеркнуть, что там важны не факт выборов. Дело в том, что и в Сербии, и в Грузии, и на Украине, в Украине политически корректно говоря, вот в момент выборов были вот эти два необходимых ингредиента революции. Это протестное движение и раскол элит. И вот впервые какие-то элементы этого раскола элита появляются и сейчас. Поэтому важны, конечно, они не хотят, они хотят продемонстрировать, что вот да, вот участвовал господин Навальный, да, ну вот он получил там 10-15% голосов. Решающий удар для нанесения по Собянину, это не выборы мэра Москвы, забудьте. Мэр Москвы давно назначен там в политбюро 2.0 Путина, которым писал доклад Минченко. Это референдум москвичей по их отношению к власти. Второй тур это важнейший удар по режиму. И вот я хочу просто предложить одну идею, это не совсем наша задача входит там что-то советовать большим людям, участвующим в выборах. Но мне кажется, что очень хорошее впечатление произвело на москвичей, произвело бы и на результаты 8-го, если бы господа Навальный, Митрохин и Мельников
собрались где-то за несколько дней на выборов, ну, в ближайшие дни, на совместную пресс-конференцию, призвали москвичей максимально обеспечить максимальную явку, объяснить им, чем важны эти выборы. Выборы важны прежде всего тем, чтобы Собянин, кандидат власти, не получил 50%. Независимо, кого из трех они хотят поддержать, пусть они придут, проголосуют. И они поддержат любого, люди из этой тройки, кто из них выйдет во второй круг. Ну, понятно, что большие шансы у Навального, но это было бы политически верно сделать такое заявление. Это будет, ну, какая-то, если хотите, какая-то форма такого широкого народного фронта. Вот некоторые слишком фанатичные сторонники Навального, они как-то вот сбрасывают со счеты Митрохина и Мельникова. Масса было призывов к Митрохину: ты спойлер, ты должен уходить. Ну, во-первых, это глупость чисто арифметически. Если вы хотите получить второй тур, вы получите их только с помощью людей, пришедших максимально голосовать за Яблоко есть своя аудитория, за Митрохина. Конечно. Есть масса людей, которые за Навального не будут голосовать, но будут за Митрохина и будут за Мельникова. Нужно, да, вот сегодняшние официальные данные, официальные. Отнесемся с ним скептицизмом, но тем не менее, это Навальный 20, Мельников 12, Митрохин 6. То есть вместе у них под 40. 38. Но если хорошо провести дружно последнюю неделю, 40 можно превратить в 50. Но без Митрохина и Мельникова это не сделать. Поэтому, вот, мне кажется, вот такая пресс-конференция с совместным призывом москвича была бы очень полезна и, может быть, стала бы таким решающим вкладом в нашу тактическую победу на этих псевдовыборах. Поэтому я это свое вступление в выбор заключаю призывом: все на фальшивые, бесчестные выборы. В 1999 году все задавались вопросом: «Who is Mr. Putin?». Сегодня, 14 лет спустя, очень многие задаются вопросом: а чей проект Алексей Навальный? Одни называют его проектом одной из башен Кремля, другие — единственным шансом свалить путинизм. Вы к какому мнению склоняетесь все-таки? Я мало знаю лично Навального, но убежден, что это очень амбициозный человек, амбициозный политик. И Навальный, прежде всего, проект самого себя, проект Навального. Что не исключает, конечно, что самые разные силы пытаются его использовать и сделать своим проектом. Чем он является объективно сейчас в этой кампании? Он сам об этом как-то хорошо сказал, таким инструментом, тараном, который своей головой пытается пробить вот эту путинско-собянинскую стену. Ну, похоже, это так. Хотя бы тем подчеркну еще раз, в чем его основное достоинство этой кампании, что он привел совершенно новую аудиторию в протестное движение. Новую в возрастном смысле, в социальном, поведенческом и так далее. Поэтому он вот сейчас он выполняет очень полезную функцию этого тарана и инструмента. А вот в чем состоит настоящий проект Навального, он нам покажет уже после 8 сентября, независимо от результатов этих выборов. А если на выборах 8 сентября будут масштабные фальсификации, вы не ожидаете, что 9 сентября может превратиться в повторение 6 мая 2012? Не ожидаю. Мне кажется, что масштабных фальсификаций просто будет провести довольно сложно технически. Во-первых, как никогда плотно укомплектованы избирательные участки наблюдателями. Во-вторых, вот в плане этой новой либерализации и возвращения
к ельцинским нормам капиталистической законности, Собянин и московской власти пошли на, по крайней мере, сокращение самых одиозных форм потенциальной фальсификации. Это открепительные талоны, там, автобусы и так далее. Вот. Я думаю о другом. Я думаю, что часть власти, мы же договорились, что там есть разные тенденции. Одни считают, что просто нужно все раздавить и всех посадить, а другие считают, что всех нужно обмануть и прикупить. И у них могут быть разные тактики и стратегии поведения 6 мая. И часть власти, конечно, думает об организации провокации типа лукашенковской после выборов бюро. Вот видите, как я объективен по отношению к Александру Григорьевичу. Я, так сказать, похвалил его за борьбу с российскими олигархами, но это не означает, что мы забываем о его преступлениях против человечности в других сферах. Поэтому, вы спросили, я ответил. Я не ожидаю таких массовых беспорядков 9 числа, хотя найдутся провокаторы, которые попытаются в интересах власти их организовать. Тем не менее... Понимаете, если будут крупные фальсификации, мы выразим свое возмущение, у нас будет масса возможностей выразить их другими способами, чем идти куда-то прорываться 9 сентября. Тем не менее, 6 мая 2012 года произошло то, что произошло. И в эти дни в Мосгорсуде уже давно судят тех, кто сидит по так называемому делу 6 мая. Я задал вопрос нескольким достаточно известным гражданам, которые имеют свою определенную и жесткую гражданскую позицию по этому вопросу. Почему те 100 тысяч человек, которые были на Болотной площади 6 мая 2012 года, не приходят поддержать тех, кто находится сегодня в застенках? Давайте посмотрим наш следующий сюжет. Себя всегда трудно представить в камере, себя трудно представить в этом душном стакане. Люди, я думаю, внутренне сочувствуют, но для того, чтобы прийти, надо опять, чтобы кто-то их сорганизовал. Понимаете, в чем дело? Это, люди есть люди. У нас, к сожалению, в обществе, если иметь в виду, так сказать, его такое статистическое представление об обществе, да, конечно, отсутствует инстинкт солидарности. Это очень важная вещь. Он отсутствует. Люди думают о себе, о своих семьях, в крайнем случае о близких друзьях. Вот. А этих людей они не знают. С их точки зрения, вот ребятам не повезло, вот они попали. Я уверен, что никто не верит в их вину, это смешно вообще. Я других объяснений не знаю. Но придут они все-таки однажды, может, на оглашение приговора? Я надеюсь, что ближе к оглашению приговора все-таки подтянутся. Конечно, это не будет 100 тысяч, это я вас уверяю. Но я надеюсь, что будет много людей. Чтобы повлиять вообще на ситуацию нынешнюю, которая такова, что они, по-моему, сейчас приняли твердое решение совсем не отступать и никого не слушать, и не считаться ни с каким общественным мнением, это действительно ситуация может переломить очень серьезный количественный фактор. Качественный фактор уже ситуации не изменяет. Я имею в виду письма и обращения людей с громкими именами. На это власть плюет абсолютно. Так не было даже при советской власти, между прочим. Вот. Я надеюсь, что когда-нибудь произойдет что-то такое, что на улицу выйдет реально много людей. Вот тогда будет ситуация меняться. Первый вопрос, который я себе задаю, а чего я не сделал для того, чтобы они пришли? Так а что нужно сделать? Не знаю. Вот я должен подумать и решить для себя, а что я еще не сделал. Когда я придумаю, я буду это делать. Я не знаю, писать в Фейсбуке или еще что-то. Значит, я что-то не доделал. Может, надо как-то призвать их прямо сейчас, здесь...
Я не думаю, что это нужно делать прямо сейчас. Я не думаю, что нужно стыдить людей, которые выходят в Фейсбук, там, допустим, я не знаю, на Черном море или на Средиземном и так далее. А вот в сентябре, конечно, это надо делать и объяснять, что это значит, что происходит и так далее. Еще раз объяснять, мне приходилось уже про это писать. Но я писал об этом в начале лета, перед тем, как люди разъезжались в отпуска. Значит, теперь надо писать об этом после того, как они приехали, и снова их возбуждать. Поэтому первый вопрос, который нам с вами нужно задавать, это вопрос к себе. Мне удивительно. Я был недавно на пикете по поводу Ильи Фарбера. И я подумал, вот у нас вроде 22 миллиона в Москве. Ну, порядочных хотя бы. Ну, я навскидку, ну, 2 миллиона, да? Ну, почему там было на пикете от силы 250 человек? Что за равнодушие такое? Для меня это непостижимо. Непостижимо. У меня сейчас, я заканчиваю кино. И я, тем не менее, я пришел сюда, ушел со студии, потому что я понимаю, что есть вещи важнее, чем кино. Это сама жизнь. То, что на этом месте могут быть каждый из нас, безусловно. И, может быть, будут на этом месте. Потому что я ничего хорошего не жду от этой власти. Фальсификаторы всегда были, провокаторы были всегда. Минаев, видимо, ответит в свое время за все свои гадости и подлости. Так, это все будет неизбежно. Понимаете? Ну, так устроена жизнь человеческая. Рано или поздно некоторые находят в этом, ну, скажем, малое утешение. Но, тем не менее, даже у Иосифа Виссарионовича Сталина посмотрите, что с детками было. Понимаете? Вот всегда все-таки справедливость, она торжествует. А что касается активности, я скажу, что ничего не поделаешь. Спадает, снова волна поднимается. Лето, люди разъехались. Вернутся, увидят, откликнутся. Но не могут люди не откликнуться, когда видят несправедливость, когда видят подлость, когда видят этот ужас. Я не знаю, что должно случиться в этой стране, что, какой нарыв должен наконец прорваться, и чтобы мы за каких-то 30 ребятишек, чтобы мы встали стеной всей страной. Что такое 4-5 лет тюрьмы для 20-летнего человека, ни в чем не повинного, ни в чем не повинного. Что-то должно случиться. Я не знаю, что. Я не знаю, какой вулкан должен прорваться, чтобы люди вышли и поняли, что так дальше жить нельзя. Я думаю, что вот люди придут на суд, посмотрят и действительно увидят, что там, вот в этом загончике, сидят свободные люди, на лица можно посмотреть, увидеть, какие они, и посмотреть на прокуроров, судью и приставов. И вот это люди несвободные и несчастные, по сути, понимаете? А тут свободные люди. Я абсолютно, вот в отличие от Ли, я все-таки как раз оптимист. Все мы прожили жизнь, да, и представить себе невозможно было, что то, о чем говорилось на кухне, когда-нибудь осуществится. Другое дело, что мы, опять-таки, в этом вина наша, что не удержали все. Я отдала на это. А? Что же я на кухне просидела всю жизнь, да и ты? И да. Только вот последние годы, и то опять все куда-то провалилось. Но эта кухня все равно, она была хорошая, она хорошо расшатывала. И потом были шестидесятники. Понимаешь, происходило что-то в стране. Происходило. Но ведь сейчас тоже происходит. Вот и происходит, я говорю, и произойдет, и никуда не деться от этого. Есть исторический процесс, об этом надо помнить, понимаете, вот и все. И
Ну, мы видели, да, обсуждение. Вот Владимир Владимирович Путин, одиночество. Ну, это выглядит смешно, одиночество. Никто ему это не устраивал, сам себе устроил и все. Махатма Ганди-то умер. Да, вопрос в том, Махатма Ганди, хотел бы Махатма Ганди поговорить? Это очень самонадеянно сказать, не с кем говорить, кроме как с Махатмой Ганди. А что Махатма Ганди сказал бы? Это было мнение настоящих граждан о деле 6 мая. А к нам в студии политвестника присоединился общественный защитник по делу 6 мая, известный журналист Дмитрий Барко. Дмитрий, вы общественный защитник. Вы глубоко знаете эту тему. Что грозит подсудимым? Реальные сроки? С вопрос, по-моему, на который никто не знает ответа. Мы играем в темную. Вернее, с нами играют в темную. Мы-то играем в открытую. С нами обвинение играет в темную, потому что обвинение составлено так, что понять, в чем люди обвиняются, невозможно. Приложенные к нему видеосюжеты, которые должны его подтверждать, расходятся с их описаниями в обвинительном заключении. Выставляя, ну, предъявляя свои аргументы, обвинения, прокуроры постоянно тасуют карты, постоянно меняют произвольно ими же заданный и предложенный порядок. Мы никогда не знаем, какой свидетель придет завтра на суд. Мы не можем к этому подготовиться, потому что вслед за свидетелем по одному эпизоду на следующий день неожиданно появляется абсолютно новый человек, к допросу которого мы не готовы. И так далее, и так далее, и так далее. С нами играют по темному, и единственное, что мы знаем, что предельный срок по самой большой статье 212 – 8 лет, что один из уже осужденных получил 4,5 года, полностью признав свою вину и пойдя на сделку со следствием, на так сказать, соглашение, а второй, пойдя на такое же соглашение и также признав свою вину, будучи при этом одним из организаторов, по их версии, получил вдвое меньше. Что ждет наших ребят? Дмитрий, а как себя чувствуют так называемые потерпевшие, вот эти ОМОНовцы, они как себя ведут? Что у них, вы как физиономист, вы же фотограф. Это очень интересно, да. Это очень интересно. Наблюдать за ними очень интересно. Ну, во-первых, надо сказать, что они, как все люди, разные. Есть, конечно, нечто общее, вот милицейское сознание, да, которое диктует им воспринимать любое какое-то массовое проявление чьей-то воли и интересов как массовые беспорядки, интерпретировать крики, антиправительственные лозунги как проявление бунта, а присутствие на площади десятков тысяч человек, ну как уж просто нечто из ряда вон выходящее, абсолютное государственное преступление. Да? Но это какие-то общие вещи ментальные, а на самом деле они психологически совершенно разные люди. Встречаются ребята, которые достаточно, я имею в виду полицейских, которые достаточно честно выступают, отработав все-таки какие-то вот дежурные слова, которые им, видимо, приказали под угрозой серьезной какой-то, значит, каких-то санкций, сказать, они затем конкретные показания дают вполне честно, описывая какие-то свои действия, какие-то эпизоды. Да? Другие же стараются выслужиться, видимо, и придумывают, что тоже очень смешно. Они приходят, заходят на свидетельскую трибуну и начинают проявлять какую-то инициативу для того, чтобы, видимо, проявить служебное мнение, и сочиняют какие-то новые обвинения в адрес наших подзащитных, которых, скажем, о которых они с обвинителями или со следователями не договорились. То есть творческий поэтому, подход. Творческий такой, подход. Да. И поэтому попадают иногда очень смешные казусные ситуации. И с ними работать легче всего, поскольку, так сказать, развенчать эти бредни, в общем, развенчивать легче, они оказываются в довольно смешном положении. Хотя и, в общем, это тоже сложно. А как бы вы охарактеризовали судью Никишину? Она ангажирована или запугана, или она абсолютно чиста перед законом и все правильно ни делает? То, ни другое. Она умный человек, она опытный профессионал, она прекрасно знает процессуальные вещи. Она профессиональный судья, безусловно. И
Ну, она функция, она не судит. Понимаете, говорить с человеческой точки зрения о ней довольно сложно, потому что я полагаю, что на таком процессе судья не может быть человеком, он может только осуществлять свои какие-то функции. А кем эти функции возложены, ну, я думаю, в общем, обсуждать. А вы не ожидаете какого-то судейского бунта? Возьмет Никишина и скажет, знаете, они невиновны. Вот этого я не ожидаю. А почему? Ну, потому что, видимо, у вас ощущение, что процесс абсолютно заказан? Да, безусловно. Безусловно, он заказан. Другое дело, что ситуация сегодня достаточно динамичная в обществе и в политике. И во власти. И во власти тоже, как справедливо Андрей Андреевич замечает. И каковы будут команды завтра, мы не знаем. Во многом они будут зависеть от нас. От общества, которое обязано, на мой взгляд, поддержать всех обвиняемых по болотному делу, несправедливо обвиняемых, от адвокатов, от защитников, от журналистов, да, от того, какое давление мы окажем, от того, насколько убедительны мы будем в доказательстве нашей невиновности наших подзащитных и в объяснении того, что на самом деле произошло 6 мая на Болотной площади. И это от этого тоже будет зависеть. Но пока что от этого может зависеть только какое-то волевое решение сверху, которое будет спущено судье. А как чувствует себя, кстати, подзащитный? Вы знаете, отлично. Отлично. Ну, то есть, на самом деле, очень тяжелые условия, очень тяжелый режим, очень тяжелые вот эти все условия перевозок, содержания в этих отстойниках ежедневных. Они в дни суда, они не имеют возможности ни есть, ни отдыхать, ни спать, там, ни ходить в душ и так далее, и так далее. Ухудшилось для многих условия в связи с переездами с достаточно такой вольной тюрьмы «Водник», в которой некоторые ребята находились, в Бутырку, где, в общем, условия жестче. Но они занимаются спортом. Вот мне рассказывали, как там Леша Полихович качает гири, которые у нее есть в камере, как Андрей Барабанов бегает, там, по-моему, еще тоже кто-то бегает по тюремному дворику размером 3 на 3 метра, но они совершают часовую пробежку. Представляете себе, вот оказывается, на площади 3 на 3 метра можно совершать пробежки серьезные, да, марафоны бегать. А Володя, то есть они держатся как отлично. Себя чувствует? Боевого, во всяком случае. Ну, то есть у них у всех заметно тюремное ухудшение как бы здоровья, да, и бледность, и бессонница, и все прочее. Но, потому что они в камерах больших, с кучей народу. Но они бодрятся, они боевые, у них боевой дух. Володя Акименков регулярно выступает сам в суде, задает вопросы, подает какие-то ходатайства, он очень боево настроен. Хотя он, кстати говоря, совершенно не в состоянии был видеть то видео, которое на этом экранчике показывали в течение нескольких дней, которое, собственно говоря, и есть с их точки зрения подтверждение их вины. Это Минаевский, да, сюжет? 24 часа нам показывают. То есть не только комплект, полный комплект собранный, большой комплект собранный следствием. Он неоднократно просил судью как-то, так сказать, что сделать, чтобы он мог видеть. Мы предлагали поместить его в зал, выпустить его из этого аквариума, посадить рядом с адвокатами там, и так далее, потому что он не видел ничего из этого видео. Не разрешили? Ну, нет, это не получено было разрешение. У меня к вам последний вопрос, и к вам будет тоже тот же самый вопрос адресован. Почему люди не приходят массово в Мосгорсуд? Ведь они могли бы оказаться там же. Они были 6 мая тоже, эти 100 тысяч человек. Почему не приходят? Страусиная психология? Это очень сложный вопрос. Не знаю. У меня нет ответа на него. Я очень надеюсь, что они не приходят, потому что что-то делаем мы недостаточно для того, чтобы их призвать туда. Может быть, нужно как-то больше об этом интереснее, разнообразнее рассказывать. Может быть, нужно как-то рассказывать живее об этих ребятах. Не знаю. Я надеюсь, что это вот скрытое, что в этих людях после 6 мая сохранилась какая-то скрытая энергия, скрытая пружина, которая когда-то еще сработает. Но сейчас ситуация действительно тяжелая, и группа поддержки, в общем, достаточно неизменна. Хотелось бы видеть больше разнообразных людей. Андрей Андреевич, вам тот же самый вопрос. Почему? Ну, у меня ответ тот же. Ну, мало информации
Не потому, что вот, ну, мы люди, которые... Нет, громадную работу провел комитет. Комитет 6 мая. Была же фотовыставка и все. Вот единственное мне, еще не поздно, еще неделю работает штаб Навального. Он, кстати, работает очень эффективно, охватывает большое количество людей. Вот я рискну уже второй совет дать коллегам по протестному движению. Вот можно воспользоваться этой возможностью, вот эту тему солидарности с заключенными, ну, сделать одной из ведущих вот в той работе, которую проводит штаб. Тем более, что, в общем-то, Навальный был одним из организаторов этой демонстрации. Да, я должен просто пояснить, что адвокаты запретили Навальному появляться в зале суда как свидетелю, потому что свидетель не имеет права. Ну, там есть разночтение закона. Нет, он будет свидетельствовать на суде, выступать в качестве свидетеля защиты. И это обусловлено, оговорено, и он весомый свидетель, для, во всяком случае, с точки зрения адвокатов. И если он будет присутствовать в суде, то у прокуратуры будет мотив для того, чтобы попытаться отвести его. Но ведь он в своих речах... Но призвать, безусловно, призвать. И даже надо всему его штабу, его громадную работу включить как одну из важнейших тем. Я тоже поддерживаю призыв Андрея Андреевича к Алексею Навальному как-то сконцентрировать на этом работу штаба. Я очень надеюсь, что Алексей Анатольевич все-таки услышит эти призывы. И последний вопрос к вам, Андрей Андреевич, на сегодня. Это вопрос от зрителей. Он пришел, и они настаивают, чтобы я вам его задал. Вы предрекали, что Путин уйдет в 2013 году. Вы продолжаете настаивать? Да, Путин уйдет в 2013 году. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Я благодарю вас, благодарю Дмитрия Барко за участие в программе «Итоги Политвестника». Итак, вот именно таким увидел Политвестник ушедший май 2013 года. А впереди сентябрь и выборы. Конечно, это спецоперация. И Алексей Навальный уже представляется нашей власти прямо как такая ядерная бомба замедленного действия. А Сергей Семенович Собянин поет, поет, как Иосиф Кобзон. Оставайтесь с нами, смотрите Политвестник. Увидимся. Пока планета еще жива, пока солнце мечтают весны, на жизнь предъявим свои права. Пока не поздно, пока не поздно, земля как сердце у нас в груди. Здесь наше небо и наши гнезда, еще не поздно ее спасти. Еще не поздно, еще не поздно, рядом. Выбираем мэра. Да, 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 ядерному взрыву. Нет, 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 рядом, рядом, радость и беда. Надо, надо, принять ответ. Все проголосуем. Да, 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 ядерному взрыву. Нет, нет, нет. Выбираем мэра. Да, 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 ядерному взрыву. Все злее атом и все страшнее, все ближе ужас разрывов грозных. Еще немного ночей и дней, и будет поздно, и будет поздно. Планета крикнет: укрой меня от этой тучи, от смертоносной, укрой от грозной волны огня. Пока не поздно, пока не поздно, рядом. Рядом радость и беда. Надо, надо твердый дать ответ. Все проголосуем. Да, да, да. Ядерному взрыву. Нет, нет, нет. Выбираем мэра.